И к другим темам. Чистые тротуары, ухоженные детские и спортивные площадки. По инициативе акима области Ерика Султанова в Петропавловске запущен пилотный проект по благоустройству дворов. Работы проводит специальная бригада ТО «Коммунхоз Петропавловск». С фронтом работы на одном из участков знакомилась наша съемочная группа. Этот двор объединяет несколько домов. Расположены они по улицам Астана, Букетова и Брусиловского. Во вторник здесь активно шла работа по благоустройству территории. Коммунальщики очищали ее от мусора и травы, спиливали старые деревья, облагораживали песочницы. Двор был заросший. Все эти мафы, которые маркетинговой формы, были они, как бы сказать, в плачевном состоянии. Мы их отреставрировали. Сварили, покрасили. Теперь вот этот наш труд, который мы сделали бы, люди бы оценили бы, жильцы домов, и сохранили бы в том виде, котором они сейчас в данный момент мы им предоставили. Час за часом двор становится чище и уютнее. На площадке нельзя было поиграть в футбол. Мы ходили на стадион, ну или в соседние двора. Спасибо, что построили нам такой хороший двор. Неделю тому назад вообще невозможно было пройти. Росли вот лопухи выше нас ростом. Это было ужасно. Люди даже боялись вечерами здесь ходить. Тропинки были такие узкие, что невозможно пройти, особенно если дождь прошел. Сегодня я выхожу, такая красота. Это здорово, просто здорово. Спасибо, наверное, все-таки нашему акиму и тех, кто вот подумал об этом. Спасибо, что вы нам сделали такой красивый двор, все покрасили, убрали траву. Кстати, с местных жителей коммунальщики не требуют оплаты за свои услуги. Работают за счет частных инвестиций. Это пилотный проект, запущенный в рамках месячника по благоустройству. На отчетных встречах с градоначальником петропавловцы обратились с просьбой облагородить дворовые территории. Мы очень благодарны акиму города за то, что на нашу прошу он, как говорится, уделил внимание. Провел вот эту очистку территории в божеский вид. Мы очень-очень. И в дальнейшем будем стараться общими усилиями жильцов всех-всех содержать этот дом, как бы, территорию в порядке. В рамках презентации пилотного проекта по благоустройству дворов местные жители обратились к акиму города Марату Тасмагамбетову. Они попросили обновить тротуары, привести в порядок мусорную площадку, создать футбольное или волейбольное поля. По поручению акима области вот в город поступят 20 футбольных полей. Угу. Поэтому это давайте мы вам, наверное, здесь, в рамках социального партнерства, установим спортивную площадку с искусственным газоном. Остальные просьбы Марат Тасмагамбетов обещал рассмотреть. Председателем КСК рекомендовал следить за наведенным порядком во дворе. В планах у коммунальщиков благоустроить еще более 20 дворов Петропавловска. Ирина Панфилова, Михаил Казначеев, Жолдызбек Ермуканов. Новости МТРК.